Около 5000 жителей Акмолинской области могут в этом году стать обладателями нового жилья. В регионе активно возводятся дома для очередников. В основном все строится для социально незащищенных семей. Где будут отмечать новоселье, расскажут наши корреспонденты. Новые дома один за другим устремляются ввысь. В этом году в Акмолинской области на их возведение средства выделили из республиканского бюджета, а также инвестхолдинга «Самрук-Казына». Общая сумма – 26,5 миллиардов тенге. На территории области с января по октябрь этого года введено в эксплуатацию 493 тысячи квадратных метров жилья. Это означает, что 4819 семей получили возможность улучшить жилищные условия. Годовой план ввода в эксплуатацию в области за счет всех источников финансирования составляет 580 тысяч квадратных метров. Строительство жилья полным ходом идет и в районах. В Жаксынском Новоселов ждут 27 квартир, в Жаркаинском – 80, в Целиноградском – 45. Но больше всего в Кокшетау – сразу 532 квартиры. Строители тоже довольны условиями. Второй год уже строим госзаказ дома. В том году сдали 225 квартир. В этом году мы этот объект сдаем 161 квартир. Ну, работа очень хорошо идет, организовано все. Доставка, все есть. Материал все время вовремя привозят. Сейчас строительство многих домов завершается, остались внутренние отделочные работы. А это значит, что к концу года здесь уже будут отмечать новоселье. Ирина Морозова, Мерген Токсанбай, Андрей Семерев, КТК, Акмолинская область.